Ну, тут рассказывают, что вы еще и старого состава пятнашки. Да. Он отличается сильно от нынешнего? На корню. В чем? Отношением людей. Отношением людей к службе. У нас было немножко не так. Строже? Коллектив был лучше. Намного. Сейчас просто люди стесняются. Но почему нельзя сейчас сделать так же? Мы были ополченцами, когда пришли. А на данный момент люди мобилизованы, поэтому... А, это уже разные. Это уже разные отношения людей. Разные отношения людей к службе. И оно существенно показано. То есть, получается, вы здесь с 14 года? Нет, я с 15. 15. Местный? Да. Когда шли, когда брали оружие в руки, о чем думали? О семье. Потому что ближе семьи есть мама и родина. Вот родина это все равно было на второстепенном месте. Но все же пошли родину защищать. Семью, а потом родину. Ну, как бы семья и родина это, я так думаю, это практически одно и то же. А почему не уехали? Ну, многие же уезжали. Да и сейчас уезжают. Где родился, там и пригодился. Я так это могу ответить. Я родился на этой земле, как муж из нее стал. А кто вы по профессии? По своей общей, на ту, да. Которую отучился? Да. Строитель. По профессии работали? Когда? Да, недолго. Недолго, а потом? Потом водитель. А потом свой бизнес. А потом война. Да. Ну так, если честно, ни разу не пожалели, что остались защищать родину, что не уехали, не знаю, не сменили жизнь одну на другую? Я как бы отвечу так, я не знаю, куда, если бы я попал куда-то в другое подразделение, как бы оно было, но находясь в пятнашке, ни минуты сомнений нет, и до сих пор. Получается, за эти годы было много разных сложных моментов. Теряли друзей. Все было. Я к этому отношусь на все. То, что с нами не происходит, все равно кто-то управляет. До конца будете? Я думаю, да. Знаю, что на войне не строят планов. Определенные семейные планы настроил. То есть, у меня есть три мальчика. Еще есть дочь 7 лет. А, ну, вот мы тут решили семью, что нам надо еще одну. Классно. То есть у вас 4 детей? На данный момент, да. Планируете только одну дочь или еще? Хотелось бы дочь, а там, что боженька даст. Какой позывной у вас? Я не могу ответить, почему. Это еще было далеко-далеко от войны, до войны. Это было как погремуха, как...